Футбольная «Волга» продлила свою безголевую серию до 3 матчей. На этот раз наши футболисты не смогли отличиться в Новотроицке, завершив матч против Носты нулевой ничьей. На заключительный третий матч выездной серии подопечные Сергея Седышева отправились не в самом оптимальном составе. Из-за перебора желтых карточек поединок против Носты пропускали капитан «Волги» Ильнур Мухаметдинов и полузащитник Сергей Борисов. Игра прошла примерно в равной борьбе. Дважды после ударов футболистов «Волги» мяч попадал в штангу ворот Носты. Хозяева также в долгу не остались, однако здорово сыграл голкипер ульяновской команды Константин Баранов. «Волга» по-прежнему занимает 5-е место в турнирной таблице. Однако теперь отставание от квартета сильнейших команд зоны Урал-Поволжья увеличилось до 4 очков. Свой следующий матч «Волга» проведет дома 20 октября на стадионе «Старт». Соперник «Лада Тольятти».